Братан, вижу, такой шум поднялся, что Шовхол не вышел на бой. Не могу, короче, не сказать. Шовхол готовился здесь, в Таиланде. Я видел своими глазами, что пацанчик просто пахал по 2 тренировки в день. И знаете, когда человек не хочет боя, не хочет не нюхать, он не тренируется так, с такой отдачей. Он приходил к нам в зал на спарринге. Они рубились, я не знаю, ну просто до последней капли крови. Еще, пацаны, я вот вижу, что там, ну, происходит. Это спорт. И всякое бывает. И не стоит никакое там происшествие в спорте не стоит того, чтобы задевать честь и достоинство человека. Пацаны, это всего лишь какой-то спорт. И, ну, тут всякое бывает.